Приветствую вас, дорогие мои друзья. Привет-привет. Приветствую постоянных зрителей, приветствую гостей канала. Сегодня у нас расклад называется «Что у нас идет по судьбе?» Что идет, что ждет. А расклад будет проходить на колоде Оракула «Света и тьмы». Вот такой оракул у нас. О чем будет сегодня наш расклад? Пока не забудьте подписаться, лайки, колокольчики, чтобы не пропустить мои следующие видео. Мы на что будем смотреть сегодня? Мы смотрим на события, которые идут, которые грядут, что предначертано судьбой, что происходит, что будет происходить, чем вы сможете управлять, чем нет. Будем прогнозировать будущее в какой-то мере. Сбудутся ли ваши мечты, если они у вас, собственно, и какие. Что будет происходить в личной жизни, в материальной сфере и вообще в каких-то моментах, в общих предназначениях. Итак, сосредотачиваемся. Что у нас идет, да, что ждет. Лайки, подписки приветствуются. Итак, что у нас идет? Какие события? Первые две карты мы сейчас посмотрим, какие события в жизни предначертаны сейчас судьбой. И что невозможно изменить. Ну, в принципе, я могу сказать, что тут ангел-хранитель нас хранит и защищает, и он нас ведет по этой судьбе. Но сейчас невозможно изменить. Какое-то терпение сейчас идет. Вряд ли вы сможете сейчас прыгнуть выше головы. Вы идете в потоке, и встать на место человека впереди вы не сможете. Только вот дышите, идете ему в затылок, терпите, ждете. Это нормально. Ну вот сейчас вот так. Такие события и перед человеком, что впереди или вас идет, вы встать не можете. И назад откатиться не можете. Ну, приходите терпеть, прорываться среди того, что есть. Может быть, это может быть обыденная рутина. Но с другой стороны, вы все это выдерживаете. Силу есть, есть терпение. Вот даже, так сказать, цветок среди каменных джунглей мог пробиться. Хотя цветок очень нежный. Он сам по себе не каменный. А вот смог победить. Вот так у вас тогда идет. Давайте посмотрим на те события, которыми вы сможете управлять сейчас. Вы сможете быть честными. Вы сможете освободиться от каких-то оков, от по чести, да? Можете освободиться от установок, которые вас держат. Честные поступки и честные отработки, скажем так. Вы больше не будете поступать, как раньше поступали, будете исправлять свои ошибки. Вот эти события вы, пожалуй, сможете ими управлять. Именно для этого вам терпение, именно на этом пути идет ангел-хранитель, который вас поддерживает. Давайте посмотрим события прошлого. Да, любовь была нечестной, любовь не была любовью, любовь была любятиной. Влияние начальника на вас. Как это могло проигрываться? Какие-то служебные романы, флирты, которые ни к чему серьезному не приводили. Давайте посмотрим, какие же мечты у вас сейчас идут. Мечты есть ли они? Да, конечно, стать звездой, добиться успеха в своей деятельности или вообще любой другой. Неправильно, через лицемерие идете в эту деятельность, идете в достижение цели. Смотрите, что называется, не зазвездитесь. Тут вот такое предупреждение. Не лицемерьте, вы и так по честности прошлое отрабатываете. Зачем вам сейчас лицемерить? Я понимаю, что это прошлое повлияло, вот с этим совсем вы больше не доверяете. И лицемерным таким же, в той сфере, в которой вы признание получаете. Давайте посмотрим на события, которые в настоящем сейчас идут. Ну, встреча с мужчиной, влияние мужчины. Мужчина влиятельный, мужчина вам помогает. Так или иначе вы получаете или совет, или помощь. Так или иначе какие-то дороги вам открываются.
так или иначе вы успеха добиваетесь. Не сами, как с чьей-то поддержкой. Отвращение у вас в настоящее время. Возможно, к этому мужчине или к алкоголю, или то, что он пьет, тут есть такой момент отвращения, непринятие идет. Если вы хотите сами добиться всего, и вам этот мужчина не нужен, это затянет в круговорот событий. Лучше принять. Легче принять тогда, получается, вот это состояние. Не кусать руку дающего, не нравится вам. Помощь нравится, человек не нравится. Не сможете вырваться, если будете в это затянуты. А надо решать по-другому. Как решать? Выходить из абьюза. Поблагодарить, но выходить из абьюза. Абьюзивное состояние идет. Выходите без этих отношений, но выходите из абьюза. Это мы настоящее сейчас смотрим. Ну давайте посмотрим ближайшее будущее, что же произойдет. По законам женщин надо жить. Ох, и сплетни про вас идут. Подставляют вас. Вас подставляют. Подставят. Вам тут надо посмотреть вашу дорогу в плане ваших предназначений. Социальных, экономических. Ваши предназначения. По нумерологии должны быть. И жить все равно по законам женщин вам. Среди женщин. Давайте посмотрим, что же тогда в личной жизни произойдет у нас. Ну, чистка нужна для личной жизни. Уход от старых ситуаций. И в некотором роде, да, придется за свое стоять, потому что ваши у вас забрали. Идет воровство, ваши вас забирают, или вы хитрыми путями свое забираете, как бы крадете и улетаете. Какой-то полет, какой-то уход, но и чистка нужна. Чистка дома, чистка вас, чистка квартиры. Давайте посмотрим на материальные дела. В материальной сфере все великолепно идет, но вы психуете. Неадекватное состояние материальной сферы сейчас будет происходить. Творческое решение проблем. Дома изобилие. Скажем так, любви искали, не нашли, пошли сублимироваться, да? Куда-то отдаете свое творчество. Есть какие-то неадекватные моменты. И рядом неадекватные люди психуют. Сумасшествие идет. Будет освобождение от этого тоже. Давайте посмотрим, что же тогда общее предназначение человека. О чем вам говорят вашим общим предназначением? Не судите, да не судимы будете, хотя можете моментально все решать и разруливать, не судить. А то, что смотрю, да, забирают вас, ваши забирают. У вас тут везде идет воровство. Не берите чужого, и у вас не будет крадников. И на чистку. В описании канала будет ссылка, как ко мне можно обратиться. Тут идет состояние, что нужна чистка, что надо крадники убирать, что ваши забирают, вас тут и так подставили. И везде идет какое-то воровство. Вот здесь вы по честности отрабатывали. Прошлое, помним, да? И здесь идет состояние того, что воровство идет. У вас забирают, вы забираете, вам нельзя, иначе судить будет. Чужое вам брать нельзя, только свое. Вы забрали, у вас крадут, вы в ответ забираете. Воры идут. Исполняете желания свои таким образом. Ваше предназначение быть честным. Ваше предназначение
быть в отдавании, а не забирать. Ваше предназначение – разруливать. Ваше предназначение – надевать другие тапки и судить только тех людей, которых вы сможете понять. Кого не надо, не судите, иначе вы будете осуждены. Это какое-то ваше такое социально-жизненное предназначение. Ставь лайк, подписывайся в комментариях, пиши «Принимаю с благодарностью». Жду вас на личные расклады, на чистки, на консультации. Есть формат консультации, где в течение часа я отвечаю на все ваши вопросы. Ссылки будут в описании к этому видео. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие расклады. Желаю вам счастья, любви и добра. Пока-пока.